Добрый день, коллеги. Меня зовут Андрей Федоров. Я топ-менеджер одной из крупнейших IT-компаний в России. Несколько лет назад я закончил академию. Получил там второе высшее образование. И пока я учился, клуб антикризисный был с площадкой, объединяющей теорию и практику. Это очень здорово. Я благодарен академии, что она предоставляет своим студентам такие возможности. Но и по окончании академии клуб остался связующим звеном с ней. Он позволяет мне общаться со своими преподавателями, с моими одногруппниками, да и просто с людьми, которые не хотят стоять на месте, постоянно стремятся вперед к новым знаниям. Это здорово. И здорово видеть, что из кружка по интересам он превратился в серьезную организацию, которая действительно может помогать людям. Помогать в самых разных сложных ситуациях. И чем больше будет людей в клубе, чем больше будет профессионалов, тем задачи, которые мы сможем вместе решать, будут все сложнее и интереснее. Я уверен, что мы делаем с вами правильное дело. Я готов всячески помогать клубу и желаю ему удачи.